Международная олимпиада молодежи – один из основных проектов Высшей школы экономики. Направлена она на выявление талантливых молодых людей. Не обязательно быть отличником, чтобы выиграть. Для победы необходим творческий подход и нестандартное мышление, а не вызубренная школьная программа. Это сложившийся стереотип, который однозначно нужно ломать. Олимпиада – это возможность проявить себя. Призываем абсолютно каждого принимать участие в подобных олимпиадных состязаниях, потому что это обычные задания, креативные, творческие, которые заставляют ребят мыслить чуть иначе. Олимпиада проводится по 16 предметным направлениям на русском языке, очно и онлайн. Победа в ней гарантирует поступление на бесплатное обучение в Высшей школе экономики. Призовое место – существенную скидку. Чтобы принять участие в Олимпиаде, нужно просто зарегистрироваться на сайте университета до 30 сентября. Чтобы обо всем об этом рассказать, и была проведена презентация проекта. Проводим мероприятия, состоящих из двух секций. Первая секция – информационная секция. Мы рассказывали о Международной олимпиаде молодежи. Мы рассказали ребятам о возможности поступить в Высшую школу экономики бесплатно, участвуя в этой олимпиаде, занимая первое, второе, третье место. Также мы рассказали о том, что олимпиада способствует раскрытию определенных талантов, навыков. Непосредственно участвуя в этой олимпиаде, ребята сталкиваются с практическими заданиями и осознают, что им ближе по душе. Более 100 жителей Абхазии сейчас обучаются в Высшей школе экономики. Они презентовали свои факультеты филологических, информационных технологий, мировой политики. По словам студентов, диплом Высшей школы экономики – это социальный лифт, который во многом определяет будущее студента. Ведь выпускники этого вуза нарасхват у самых взыскательных работодателей. Когда я поступал, в первую очередь трудности были с просто огромным количеством дисциплин. Расписание намного более загружено, чем здесь у нас в школах, например. Но к этому, безусловно, привыкаешь, к этому темпу, и впоследствии воспринимаешь абсолютно нормально. В первую очередь необходимо желание учиться и умение это делать вовремя, без опоздания. Вышка как раз-таки этому учит, выполнять все в срок и с качеством. Вступив в Высшую школу экономики, я на самом деле предопределил свою будущую жизнь и точно знаю, что меня ждет. Пожалуй, все выпускники Высшей школы экономики желают и для своих детей возможности обучиться в этом вузе, потому что знают о качестве образования и перспективах, которые дает диплом вышки. Лично я прочувствовала, будучи студентом этого вуза, вот эту вот заточенность на результат, какая-то командная работа, дух, которым прописаны стены этого вуза. То есть всегда была история про то, что в вышке сложно учиться, вот как типа там учиться, там невозможно учиться. И ключевой момент в этом во всем то, что там просто надо учиться. Там нет ничего сверхъестественного. Если ты учишься, если ты отдаешь себя этому процессу, то у тебя обязательно будет результат. И что важно, в этом процессе ты никогда не один. То есть у тебя всегда рядом с собой, помимо преподавателей, всегда очень дружная команда твоих одногруппников, однокурсников. И они не теряются потом в жизни. То есть эти связи, эти знакомства, они остаются и в дальнейшем. Поэтому, конечно, я бы очень хотела, чтобы мой ребенок поступил в этот вуз. Мы будем стараться для этого. Конкурс очень высокий, входной балл очень высокий, и поэтому это большой труд. И если нам это удастся, конечно, я буду очень рада. В рамках презентации представители университета подготовили профориентационную программу для будущих абитуриентов и викторину, победители которой получили ценные призы. Марианна Котова, Сосрыкова Гухава, Абаза ТВ.